Там гидрач вообще пустой. Не чувствует. Опа. Да нет же, ну чё ты? Дай копоти. Второй газ полностью. Да. Водить слабо, слабый водитель. Топи! Все, ты, Серег! Я на Хантере, Серег, как можно здесь скажи, вот не проехать? Время. Там мотор дурной вообще. Ход подвески дурной. Ну что еще надо, елки-моталки? Газу мало дает. Ну не, ну блин, ну. Больше газу. Сейчас газ дала, видишь, доехал. Да это сумасшедшая машина вообще. УАЗик Хантер, это он дурной. Ты представь, там 130 кобыл и понижайка, мосты, ход подвески, все там, резина, что тебе еще надо? В общем, понятно все.